Автор идеи Иджинио Страффи. Производство Rainbow SPA совместно с Rai Fiction. Фильм озвучен объединением «Русский дубляж» по заказу СТС в 2011 году. Если ты пойдешь со мной, я укажу дорогу. Я научу летать и буду я помогать. Давай, ты поверь в себя и станешь жить другой. 15 ноября Nickelodeon празднует свой день рождения. И по такому поводу пора брать в руки камеру. Участвуй в нашем конкурсе, у тебя есть шанс появиться на телеэкране. Запиши 15-секундное интервью с родителями или с домашними животными, зеркалом или друзьями. Спроси их, почему они любят Nickelodeon. Потому что там лучшие мультфильмы. Потому что он клевый. Потому что я просто люблю Nickelodeon. И пришли это видео нам. И тогда мы сможем показать тебя по телевизору. Правда, правда. Это случится 15 ноября в нашем праздничном марафоне iCarly. И, кстати, за самое интересное интервью мы подарим крутую камеру. Празднуй день рождения вместе с нами. Подробности на 15.nickelodeon.ru. Сегодня в рубрике «Кляк-словарь». Слово дня «Кряпыш». Куда теперь, быдыщ? Надо спешить, шлёп. Что нам теперь делать? «Кряпыш» означает «друг». О, мой тост. Или что-то, что ты говоришь перед взрывом мозга. Узнай больше крячных словечек в новом шоу «Хлебоутки». Новые серии уже в эти выходные в 18.30. Прости, шлёп. Только на Nickelodeon.